И снова жатва. Даже солнце деловито смотрит с утра на спелые пшеничные поля. Снова наливаются привычной сладкой тяжестью руки. Хорош хлеб. Все выращенное сохранить. Эта короткая формула всесоюзного призыва родилась на саратовской земле. В начале августа на Саратовщине обмолочен 1 миллион гектаров зерновых. Внесли в это свою часть и хлеборобы совхоза «Краснянский» Федоровского района. Взято обязательство сдать государству 140 тысяч центнеров зерна при плане 122 тысячи 500 центнеров. На совесть работает в Краснянском звено братьев Гаевых. За первую пятидневку жатвы оно удерживает лидерство. Четыре их комбайна выходят с зарей каждое утро. Меньше чем за неделю подобраны волки на площади 340 гектаров. Коллектив совхоза решил убрать ранние зерновые за 14 рабочих дней. И не только убрать, но поставить надежный заслон потерям во всех звеньях продовольственного конвейера. Именно с таким призывом выступили народные депутаты Саратовской области на страницах газеты «Известия».